Здравствуйте, мои дорогие. Ну что, нас уже 300 человек. Очень приятно. Опа-на! Красота! Сань, вон черный, закуси тебе, ты глянь. Видишь, я процесс снимаю. Так оно уже это шпарится в мясном этом бульоне. Ну да. Красота! А запах! Да? А сейчас спец. Видно? Ой. Ой, не могу. Ну, значит, такой вот. Оргазм. Ну, сейчас подойдут. Дойдут. Ой, меня от этого казана не оторвать. Эта камера не передает запах. Чудо какое. Овсянка, сыр. Черный, да, черный? Ну-ка. Какой грязный. Пришел полакомиться косточкой, пока никого нет. Тишина, спокойствие. Так, что тут у нас? Сегодня прям хорошо, солнце так пекет. Вчера было попрохладнее. О, тетя Люба, что это вы там делаете? Что-то, никуда что-то от вас не спрячься. Конечно, а зачем от нас прятаться? Мы не кусаемся. Что делаю? Это будет одновременно и горшок для цвета, ну, для цветка. И вот так вот его сделаю. Во. И буду вешать сюда бусы, фотографировать. Блин, здорово. Я же уже делала вот этот самый. Мумии. Я делала уже из цемента, но из цемента он очень тяжелый. Из гипса полегче. Загладим девушку. Парик еще купить, одеть. Цветы будут тут, как волосы. Сажу такую, чтобы... Как тут? Ну тебя. Такую, чтобы свисали. Вот и будет. Вот нос у нее плохой, плоский. Вот надо нос нарастить. Ну это какая-то южанка, наверное, была. Да просто пока шла по ссылке. И это самое. Стерли нос, видимо. А-а-а. Вот так и проходят будни и выходные. А как же? А как по-другому? Под солнцем. Под солнцем, да. Крымским, вот жарким. Еще, вот еще кто бы персики бы сорвал. Пропадут ведь. Да там персики червивые, я все попробовал, порвал, они все вообще, все вот прям. Потому что я их химией не поливала никакой. Наверное, надо поливать начать. Нет, а в том году не поливала, были много хороших. Ну вот они поняли, что не поливает теперь. Ну да. Теперь все тут, прям каждый персик, вот чуть под, даже еще не зрел, блин, уже. В червяка. Приманивает. Так, бог с ним, химия, но зато, блин, персики. И куда их? Да как это куда? Я бы, если бы они сейчас отбыл, блин, если бы, дай бог, я бы их, это самое, уже помолотил бы почти все. А то, блин, я уж попробовал на двух, на трех, на червя нарвался. А ты видишь, мы их много едим? Не знаю, я так понял, вообще, что если бы были бы они без червя, были бы хорошие, блин, давно бы уже съели. Я вон виноград весь почти поел, который вон висел на калитке. Ну, молодец. Нормально такой вот. Посозрел поболее такие, нормально. Я уж весь почти поел. Блин, здорово, вкусно. И у нас такой более кислит растет тут по Тамбовской области. Какой-то он кислит, но его и, блин, редко. У нас вот, я так не особо не замечаю, где он растет. Не знаю, я вообще как-то к фруктам. Алинка мало ест. Я в том году варила это варенье, раздавала. Варенье я сам не люблю, оно приторное.
Нет, ну там можно лимонной кислоты добавить, он не будет. Ну да, вот похимичить можно, но так вот, ну раз, два, там, когда очень пить там хочешь, там что-то, а так вот стоит у нас банки вот эти все, они всю зиму стоят и потом на следующую зиму только может попадает. Раньше ели, а теперь что-то и дети не едят. Время другое стало. Так, ну как же мне эти носик-то сделать, красотулька-то моя? Так налепить, а потом шкурочкой затянуть. Во! Шкурочкой-то отлично. А вот и черный пришел. Гулёна. У него как эти, дреды. Угу. Дредист. Модник. В тенек укутался. Так, ну что делать-то? Ну ветер, видать, опять поднялся. Наверное, море-то волны. Волны. Мы были утром волны. Вы ну, там были, на том да? месте? Ну, это самое. Блин, место такое хорошее, вода такая чистая. Блин. Вот мы раз попали туда, когда был там штиль. Черный, ну скажи, чатич. Гавкни. О, язык показал. Вот это правильно. Всем язык показал. Особенно кто... ставить дизлайки и гневные комментарии ни за что. Все, вода закончилась, надо ехать за водой питьевой. Что небо, почти не облачко, вот какие-то парики там летают вдалеке. Никакого дядьки с редисками нету. Нету дядьки с редисками. Без дядьки редиски. Помидор с килограмм. Повыбирай. Каких оранжевых? Каких оранжевых? Разве оранжевых? Вот это 50. Вот такие. Сейчас хорошо, что такой ветер, хоть не так жарко. Так. Надо мальчика тут выписать. А у них цемент есть? Тут, наверное, все есть. Сколько цветочков всяких продают. Хлебушку дайте. Возьмите, какой вы хотите. И булочки две с яблочком. Ой, а запах какой. Вот мы с утра уже и купаться съездили, и на рынок. Две редисочки кинзы. Одну кинзу? Так я что же, так наш раз выпила, да. Все полегчало. 165. Ходим, ходим тудем-сюдем. Ну, такой почем? 300.
Только мне а половинку можно? Ну он не делится, девушка. Вы хотите кусочек мякоти, я вам вот так отрежу. А это почему? 350 мякоти. С косточкой 300. А вот это поменьше. Они одинаковые, 2800, но мы не делим. А вот это почем? 350. Это на 650. Или можно идти? Да. Почем картошка? 33. А? 33. Есть. Простите, я глуховатая. 33. Нагрузилась и почесала. Вот попробуй ее догони. Энерджайзер. Дома. Ой, какая вкуснятина. Думаешь? Думаешь. Я уверена. Да, Тёма? Да. Вот он. Подсвечиваешь? Мама, где? А что, так будет нормально? Конечно, нормально. Сейчас слюнями, как с собакой, стеку.